Ну что за карта, друзья? 5 плюс 4. 99 удары, сумасшедший дриблинг, 4 плейстайла. И как вы думаете, сколько стоит эта карточка? 0 монет. Это награда за финальный уровень в сезоне. Надо будет обязательно попотеть. Я, конечно, смотрю на эти карты и просто офигеваю от щедрости e-sports. Вы посмотрите на этого Тони Кросса. По общим статам, это лучшая карточка в FIFA. Жаль, конечно, что она не в СБЧ вышла. На противоположном выборе Стиви Джи. Один из моих любимых футболистов. И я не знаю, этот выбор будет очень сложный. Наверное, я на разных аккаунтах возьму разных игроков. Депай космический, тот же Рафиня, Бернардо Сильва. Короче, я не знаю, это какая-то невероятная щедрость от e-sports, смотря на эти карточки бесплатные. Вот просто представьте, сколько бы пушкаш стоил на рынке. Короче, респект яшникам за награды. В общем-то, промо евро вообще в целом выглядит офигеть как круто. Мы уже на такой стадии игры, когда карточка за 300 тысяч имеет все статы круче, чем у Гулита. Сразу при фаерам вам скажу, что я одну из лучших карточек этого промо поймал. Несколько кумиров. Награды будут грандиозные также за Weekend League. Так что присаживайтесь поудобнее, заваривайте себе кофеек и чаек. Начинаем. Также, друзья, не забывайте, что у меня есть личный сайт по продаже монет, игр, подписок. Не забывайте, что у меня в магазине постоянно проходят прикольные акции. Вы покупаете, условно скажем, там монетки определенного количества. Получаете бонусом еще сверху. Все передается снайпом, соответственно. Никаких банов. Все прекрасно, быстро, надежно, качественно. Так, ну и давайте посмотрим, кто мне в аренду упадет 92+. Оп! О, 96-й Педри, ничего себе. Так, еще один пак за 35. О! Это что такое? Это кумир. Это кумир, пацаны. Или не кумир? Или кумир? Это Шкриньяр? И за Шкриньяром Роберто Карлос. Чё, блядь? Это пак за 35к. Держу в курсе. Бля, какой сложный выбор, пацаны. Помогите. Игрок 91 рейтинг, либо набор с одним редким 83. Го, усы сбривай непривычно. Спартак, чемпик. Все, пацаны, я сбриваю усы. Спартаку чемпик непривычно. Вот только потому, что ему непривычно, я сейчас пойду и сбрею усы. Это ведь так работает, да? Слушай, а можешь свою фотку скинуть, пожалуйста? Я гляну, тоже подкорректирую твою внешность. Так, 3.85, поехали. О, красная. Франция. ЦЗ. Кто это? Салиба? О, Салиба! Чё? Подождите. Это ж хорошо? Это ж хорошо, я не знаю, даже понятия не имею, сколько он стоит. Это что-то грандиозное. Ебать, его нет на рынке! Чего? Он стоит 2 миллиона, и его нет на рынке. Камон, это что за топ-карта? Я сижу тут, что думаю, блядь, хорошо или нет. Именно ЦЗшника дают. Так, красный Салимба, отдохните. У меня тут бисек качается. У меня тут бастони. И мне еще Салимба дают. Бисек на выход. Бля, я его только поймал. Он такой кайфовый, мне прям очень понравился. Бля, почему именно Салиба? Там что, других карточек не было? Теперь сиди, голову ломай, блядь. Берем карту 91 рейтинга, либо две карточки 82+. Ребята, опять сложный выбор. Икона, синяя икона, кто это? Недвид. Это хорошо? Не, мне кажется, нехорошо, что-то статы у него не очень. Бля, я испугался, синяя икона, пацан, ничего себе. Ничего себе. О, это продаваемая, еба. Синяя икона продаваемая. Сколько стоит на этот? Пожалуйста, стой. Миллиард тысяч сикселенов. Я прошу тебя. Оп. 328. Заебись. Фуф, я надеюсь на грандиозный дроп. Конечно, мне уже Салиба упал, но когда ты тратишь 650 тысяч, ты хочешь верить в что-то грандиозное. Все, пак открывается. Сейчас будем чекать, пацаны. Смотрим. Шик. Альварес. Боржа. Гвардиол. Четвертая карточка, а дальше по статам. Это 94+, пацаны, нихуя себе. Это что? Это Бинтакур 95? Сабицлер. И Капдевил, ебать, чё за пак? Что за пак, пацаны? Нормально вообще? Охренеть. Что за статы сумасшедшие у этих пацанов, блядь? Чё это за карты, блядь? Пацаны, самые лакерные монетки. На каком сайте? На моем сайте. Видали, блядь? Какие у меня лакерные монеты. Это лучшая реклама моего магазина, блядь. Вы посмотрите, какой пак нахуй я открыл. Три карты 95+ в паке, блядь. Так, ну чё, еще один пакетик за 650 тысяч. Но на этот раз подписчик, он, видимо, посмотрел, какой у меня пакетик был. У тебя даже лучше, чем у меня получилось. Нормально вообще? Чё за паки лакерные?
Я ни во что не верю. Ну, что я вам говорил? Так, мы вообще-то тут пак подписчику хотели открыть. Мы немножко отвлеклись, сори. Ну, не знаю, насколько ты рад, конечно, но, как мне кажется, пак выглядит довольно-таки неплохо. Раз, два, три, три играбельные карточки. Ну, за шукера тоже чисто гипотетически можно поиграть. Найс, мне Бендакур из обменника выпал. Как это работает? Обменник там 88-го рейтинга. Так, ну что, друзья, великий 11 побед я накрутил себе. Так, ну что, поехали. Один из трех сборных евро. Угу, Бернардо Сильва. Оп, 86, прекрасно. Так, первая картонка, 95 физуха, 90. Да, ну у меня уже есть синий. Ладно, вторая карта, так, это Фергюсон, понятно. И третья карта, это Дебини. Какой кошмар. Так, ну и второй пик. Да, вот это пики, конечно, красивые. Даже не знаю, что сказать. Так, 3.84. О, синяя. Это кто? Голландия? ЦЗ... О-о-о! А чё мне так ЦЗшники сыпят, пацаны? Это Куман. Вау. Прикол, прикол. Блин, статы у него, конечно, космические. Впервые, наверное, за всю историю прям играбельная карточка Кумана. Лютая. Пожалуйста, доп-позиция есть? Пожалуйста. Блин, доп-позиция. Блин, куда мне этих ЦЗшников? Ну вы рофлите, его на рынке нет. Ну я, друзья, не мог отказать себе в удовольствии и потестить пауэршотики Кумана. С перестройкой играл у меня на ЦПшники. И в целом, ну типа окей. Да, были прикольные удары. Где-то там что-то невероятное залетало. Но попыток требовалось уж очень много. Какие-то анимации не очень. И размахивается долго. Короче, не хватает золотого пауэршота, как у Подольски. Ну а так, в целом, на ЦП играл прикольно. Моделька, конечно, не поворотливая. Но по фану побегать почему бы и нет. Так, ну что, награды за великие 11 побед. Поехали. Один из трех сборных евро. Забустили как могли. Да. Денчик пришел, забустил меня на 11 побед. Респект ему. Второй пик. Так, первая карта. Ух, 99 дриблинг. Ух, это Бонмати. А, это Мусиала. Слушай, Мусиала это заебись. Это Головин. Да, это Головин. И третья карта. Ух, это что-то интересное. Стэнвей. Да, это Стэнли, она у меня есть. Ну, тут Димарию сбираю, блядь. Ну, такое. Так, 3.84. О, красная! Бельгия! ЦФД! Мертенс? Ну... Поймал новую спешл карточку. Слушай, статы смотришь, пиздец, да? 95 скорость, 95 удар. Слушайте, это неплохо. 600 тысяч, 5 плюс 5, охренеть. Слушай, ебать, карта прикольная. Ну, слушайте, как будто бы неплохо, да, за 11 побед? Троссард, Мусиала и Ди Мария. Надо придумать, как это все залинковать, конечно, в таком составе. Ну что, на очереди аккаунт с ВВД и Кройфом в атаке. Так, тут у меня 16-3. Так, ну и один из четырех, 94+. Так, смотрим по статкам. 95 дриблинг. Оп. О, ребята, ничего себе. Я приятно удивлен. Салахич. Блин, мне даже за 19 такие карты не сыпались. Четвертая карта. Оп. Фримпонг еще падает. Охренеть, что за награды? Лол. Ну вы посмотрите на это. Салах и Фримпонг. Опять же, напоминаю, за 19 у меня даже таких наград не было. Это был сложный выбор, друзья. Но, наверное, я возьму Фримпонга. Напишите в комментариях, правильно ли я делаю. Может быть, Салаха. Не знаю. Нет, друзья, все-таки Салаха. Я долго ломался, все-таки Салаха. Игрок в атаку это поинтересней. Так, ну и второй пик. Блин, а вот не могли Салаха и Фримпонга в разные пики положить? Ну это прям классический, максимально дефолтный пик из самых худших. Ну ладно, выпендриваться не будем, хотя бы одну интересную карточку мне дали. Так, ну и три гарантированных ТОЦа 94+. Пожалуйста, продаваемый, смотрим флаги. Польша. О, Леванду. А, блин, что? О, он стоит там копейки. Ну, это 95-й рейтинг плюс. Подождите, это может быть что-то интересное. И Бонмати, ничего себе. Слушайте, учитывая, что это продаваемый, я такой в глаза 1000 лет не видел. А, это не продаваемый? Чё? Видимо, я чего-то не знаю. А почему? Я думал, не продаваемые. Так, ну что, составчик немного преобразовался. Теперь у нас Салахич будет в основе. Будут тестировать его финесики с R1 дриблингом. Ну и финальный контент, друзья. 650 тысяч на аккаунте. И вы знаете, куда я иду? Я думаю, вы догадываетесь. В магазин за паком за 650 тысяч. Все монеты сливаю на этот чудо-пак. Надеюсь, я это делаю не зря. Фуф, переживаю. Ну, естественно, я хочу немножко растянуть и открыть с плашечкой. 4 дубликата всего лишь, что не может не радовать. Спешалки пошли. Так, Хенка Пи.
Опять центральный защитник, пацаны. Ну вы что, рофлите, что ли? О, Эрнандес, 94. Слушайте, а эти кумиры-то очень охотно сыпаются. Ну, потестить можно. Карточка круто, вы еще и Шукер 95-й. Так, едем дальше. Деполь, 96. Что за пак? Что за пак, пацаны? Охренеть, Деполь-то точно стоит денег. Депалу стоит 1 миллион. Это восторг. Так, ну и последняя карточка, это Облак. Ну, слушайте, я считаю, это какой-то чудо-пак. Два кумира, Хинкапи, который вроде крут, но опять СЗшник. Куда мне их всех девать? Ну, Депаль, я думаю, это мистер Основа, не? Таты просто сочнейший, что по талантам, стандарты, R1 и батарейка. Блин, лучше бы на лонг-пасик дали бы ему. Охренеть, пацаны. Ну, это промо какое-то сумасшедшее. Мне кажется, игра разделилась на до и после. Какой-то резкий скачок по дропу, по карточкам. Ну, вы сами видите, это как-то фантастически круто выглядит. Так. Не, ну вы это видите. Они еще Салиба в этом паке дали. Они в этом паке дают Салиба, который стоит 1.5 миллиона. Вы что, шутите, что ли? Охренеть. Блять. Охренеть. Вот это обидно видеть, блять. Мне придется Салибу сейчас куда-то в СБЧ пихать. Не, ну это один из лучших паков, который я открывал. Реально, это мой лучший пак в игре, мне кажется, если так смотреть по дропу. Суммарно здесь на 3 ляма, наверное, дропа. У вас у всех за 650 тысяч вот такие вот паки? Или это мне так завезло? Ну вы только посмотрите, это что вообще такое? Это нормально вообще? Смотрите, сколько карточек мне насыпало. Ну это просто охренеть. С ума сойти, что за центр сумасшедший просто. Альварес, еще Капдевилю дали. Куча крутых ЦЗшников. Просто вау, пацаны. Я зашел на Футбин почитать, сколько стоит такая команда, друзья. И дроп у меня на данный момент получился на 5.5 миллионов. Еще я пока монтировал этот видос и щелкал пики 82+. Мне еще балок упал. Вот так вот, друзья. Дроп на этом ивенте у меня прям сумасшедший. Ну, предлагаю сделку. Если вам интересен геймплей за вот эти вот карточки, 6 тысяч лукасов. И в ближайшее время выкатываю, собственно, обзор на эту, так скажем, командёху. Ну, если вам будет интересно. Ну, а с вами был я, Пандосов XH. Спасибо, что посмотрели данный видеоролик. Он действительно получился удачным, максимально. Дроп сумасшедший. Надеюсь, вы кайфанули, как и я. Всем спасибо за просмотр и хорошее настроение. Чао, какао.